Яркие представители советского искусства 20-х годов прошлого столетия напоминают о себе. Имена художников, словно уже не вернувшихся, произносятся с пиететом и вызывают волну воспоминаний. Сегодняшний герой проекта «Московские казанцы» Владимир Кудряшов остается в памяти как график и скульптор. Что-то подобное мы видели в черно-белых фильмах сталинской эпохи. Ничего, к сожалению, не сохранилось. Есть только деревянные скульптуры и графические работы. Есть и родственники, они связующий мост между Казанью и Москвой. Одна из его работ в 30-х годах стояла на Пушкинской площади. Это была такая рекламная скульптура в таком, знаете, новаторской технике, которую он сам изобрел, созданная. Деревянный речный каркас, обшитый фанерными панелями и создающий такие очень интересные объемы. Выставка работ Кудряшова первая в нашем городе спустя почти что полвековой период. Как и творение Веры Вельковицкой и трех Дмитриев – Жилова, Красильникова и Мощевитина – относят к эпохе расцвета графического искусства и его востребованности. До этого в 2005 году вместе с Эльдаром Галеевым мы сделали большую выставку «Архумас. Казанский авангард 20-х годов», где показали вот весь этот срез искусства конца 10-х, начала 20-х годов казанского. В Москве на нее ходили и студенты группами приходили, ну и, конечно, просто зрители, и вот эти вот потомки художников. Обычно воспринимается авангард что это явление столичное. Москва и Петербург, их все знают, там известный набор имен. А то, что авангард был и в провинции, это, в общем-то, открытие для многих. Большая часть экспонатов представлена дочерью художника Ирины Владимировны. Она занимается изучением творчества отца. А в Казани есть люди, которые не забывают о тех, кто вышел из родных пенат. Дмитрий Пивоваров, Максим Малов, телеканал «Эфир».